Это моя жена Зина. Сегодня мы будем готовить рецепт, который нам дали наши друзья из Омаха Антон и Катя. Паштет из куриной печени. Сам рецепт очень простой. Нужны самые примитивные продукты и готовится очень быстро. Получается домашний паштет. Паштет мы до этого не готовили. Вот, но попробуем этот рецепт сделать. Все, что нужно, это иметь куриную печень. Она уже расфасованная. Сыр Филадельфия, луковица красного лука, чеснок опционально, черный перец, соль, по вкусу, возможно, какие-то другие приправы. Наливаем растительное масло, скидываем лук, чеснок, вначале обжариваем, а потом уже будем добавлять печеночку. Из печеночки излишки крови лучше слить. Считаешь, уже готова? Да, потому что ее нельзя пережарить, она должна быть немножко даже дожаренная. Она будет более сочная выглядеть и вкуснее, чем пережаренная. Она уже готова, все. Главное, чтобы не было видно сырого мяса, крови. Так она, в принципе, все готова. Ну, тогда нужно будет уже застудить для блендера, да? Чтобы поставим минут 30, вот. Потом уже будем блендер засовывать, крови, да? Крови нету? Нету крови. Она получилась сочной, получилась. Вот. Ну, в принципе, можно сейчас уже попробовать даже, да, кусочек? Да, можно попробовать. Потому что ей главное не пережарить, она просто... Подцепи, дай проверю. Если она будет пережарена, она уже не будет не тот. Небольшой кусочек возьми, тут прям огромный. Ой, ну прямо совсем уж кусок такой. Ну ладно, хорошо. А здесь меньше нету? Меньше куска нету для пробы. Небольшие куски. Куски, большому куску и рот радуется. Если еще продержишь, она будет невкусная. Угу. В принципе, даже можно и так есть. Все. Но будем делать паштет. Всегда вкусно, когда и полезно, главное, когда продукты свежие и без консервантов. Ну и, наконец, практически завершающая стадия. Добавляем немножко итальянских трав. Добавили немножко соли. Сейчас перца добавим. Нет, наоборот, перца добавим и соли добавим. А, перец уже добавили, сейчас соль добавляем. Возьму соль. Не переборщи. Хорош. Давай. Готово? Бери, пробуй. Уже так готово. Все. Снимай, пробуй. Вкусно. Попробуй. Попробуй, попробуем. Мама. Так. Контрольный жор. Домашний-то паштетик. Кать, Антон, респект вам за рецепт. Рецепт обалденный, готовится быстро, практически 15 минут 20 максимум на все про все, и вкус просто вау, восхитительнейший. Все, сейчас будем пир горой закатывать.